таким. Сделаем вид, что мы такие команда киберспортсменов из Балтики. Я from Estonia. Сегодня будет эстонский медленный раш. Я из Латвии. Прибыть. Здравствуйте, меня зовут Кипстар. Я профессиональный киберспортсмен в PUBG. Играю уже 2 года. За время своих соревнований я успел заработать себе на шерстяной шарф. До сих пор его ношу. Спасибо за внимание. Надеюсь на победу в этом чемпионате. Первый этаж есть дробовик. Парни, на первом этаже дробовик. Тут чувак с этой. За мной вышел чувак с дробовиком. А ты сам-то с дробовиком? Нет, я без... Ебать, я вырубил чувака просто с прыжка, поебал. Меня тоже ударили, блядь. Пацаны, вы где? Ебать вас в рот. Блядь, бабая пиздит. Нидер, помогай. Сука, меня добили, блядь. Меня кто-то... Пиздец. Что происходит, сука? Мидер, давай. Меня ПП убил! Блять, пацаны, вы это сейчас не видели просто. Пацаны, у меня один килл. Прикиньте, на меня выбегает чувак с пистолетом, начинает меня стрелять, я просто с прыжка ему в ебучку. Тук, он... Слушай, а тебе сейчас килл, да, пришел? Чувак дотек. Да, да, Мидер... да. Слушай, прикол, Мидер, короче, с чуваком дерется, а я в это время ползу, что у чувака пи***ь. Нет. Смотри, Мидер дерется, а я просто послушаю чувака, блядь, за ним ползаю в присядку и пищу. Блядь, что там произошло? Что? Слышишь, я чувака попиздил, потом встаю и в прыжке Мидеру поебал. Сука, у меня повтор выключен, почему так произошло? Что вообще произошло просто на... Почему-то все с кулаками были. Я забегаю на второй этаж, там чувак стоит, короче, залутал, блядь, сковородку. И бегал со мной. Слышишь? А самое беспонтовое, что это... Мидер говорит, блядь, дробаш на первом этаже. Я думал, Мидер что-то уже залутался, заебись, и дробаш хочет скинуть. Я на первый этаж забегаю, там просто чувак... Заряжает дробовик, да? Ну, за Мидером бежит, блядь. Господи. Я имею в виду, там чувак был с дробовиком. Я понял, блядь, ты сказал, дробаш на первом этаже, я пошел искать его, блядь. А он за мной вышел, он меня увидел такой, уже запихивает, так сказать, дробопатроны в свой ствол, думая, как будет запихивать свой ствол в меня. И я, короче, убежал от него. О, блядь. И в итоге свой ствол в тебя запихал я, блядь. Чувак просто такой заряжает дробовик, убегает в комнату, а там уже все мертвые, блядь. Не успел. Ну, такой, пацаны, типа, я помогу.